Всем привет! Сегодня мы посмотрим заявку от Шона. Это будет на группу Led Zeppelin, но эту группу все знают, поэтому я даже не вижу смысла ее представлять. Так что сейчас мы посмотрим живое выступление и посмотрим, как это все будет. Так что оставайтесь со мной и будем смотреть. The same. Длинное вступление, оно прикольно звучит. Есть какой-то небольшой сюжет.
забавный сюжет. Мне понравилось, что они в живой версии песни вставили небольшой сюжет, как путешественника, который... я не знаю, была перед этим какая-то история или нет, я думаю, что фанаты группы об этом напишут, что почему такой сюжет, как бы он какой-то путешественник, который что-то открыл, либо что-то искал, и с чем связан этот меч, почему там все горело, у меня вот этот вопрос, и вот он в конце сидит напротив этого меча, и... Скорее всего, это был какой-то его трофей, может, с кем-то он сражался или и выиграл этот бой, и вот у него такой трофей. Но мне понравилось то, что песня не медленная, не скучная, наоборот, такая живая, под которой можно потанцевать, побеситься и так далее. Вот. Ну, это здорово, и, ну, Led Zeppelin, это вообще группа величайшая, что-то плохого у них никогда не было, они все делали только хорошо, и очень здорово, так что я думаю, что фанаты мне напишут, о чем был сюжет, и какая перед этим история была, может быть, так что мне понравился клип и песня. Спасибо большое всем, кто посмотрел вместе со мной. Если вы вдруг... Кстати, эту песню я не видела и не слышала в первый раз, поэтому я слышу. Вот. Если кто-то вместе со мной тоже первый раз это слышит и видит, пишите в комментариях. И если вы хотите меня поддержать, у меня есть PayPal и Patreon, все ссылки в описании, так что переходите туда. Это мне поможет быстрее копить на свое оборудование. Так что... И также оставляйте в комментарии... Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Спасибо всем большое, кто меня поддерживает. Всех обнимаю. Увидимся в новом видео. Всем пока. Бай-бай.